Эдвард Сноуден хотел бы получить убежище в Швейцарии. Об этом бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США, который сейчас находится в России, объявил в пятницу в ходе телемоста «Москва-Женева». В Женеве шел международный кинофестиваль документальных фильмов, на котором демонстрировалась оскароносная лента о Сноудене. В 2009-2011 годах он уже работал на ЦРУ в Швейцарии. По мнению бывшего работника разведорганов США, нейтральная Швейцария была бы вполне подходящим местом для убежища, так как ее нельзя было бы обвинить в антиамериканских действиях, но решение должны принять сами швейцарцы. Эдвард Сноуден бежал из США после того, как обнародовал сведения о глобальной программе слежки Агентства национальной безопасности, действующей во многих странах. На родине ему грозит суд и длительное тюремное заключение.